Для Яны Шайдуровой волнение давно позади. Сегодня она не переживает и спокойно общается с приемной комиссией, ведь Яна уже почти студентка. Выбор специальности для нее был осознанный, сделанный ею самой. В будущем она видит себя руководителем. Я выбрала государственное управление. Ну, мне показалось, что это больше подходит к моему будущему, и я хотела бы продолжить в этой сфере свою жизнь. Ну, наверное, поэтому... Желающих поступить было более 1000 человек, из них 800 заявили об очном обучении. А на заочное отделение прием документов еще продолжается. Сейчас вот ожидаем уже оригинала, уже на сайте вывешен список рекомендованных лиц, которые будут зачислены 5 августа на очное отделение. Второй приказ на очное отделение уже окончательный будет 10 августа. На заочное отделение документа мы принимать будем еще до 5 октября. 30 июля вышел приказ о зачислении абитуриентов по целевым направлениям и льготников. В этом году нефтекамскому филиалу Башкирского государственного университета было выделено 6 целевых мест. Также по категории льготного обучения зачислены одна сирота и один абитуриент с ограниченными возможностями. На бюджетной основе смогут обучаться чуть более 60 абитуриентов. Если на каких-то специальностях останутся бюджетные места, то до 10 августа будет объявлен второй этап зачисления. А такое может случиться вполне вероятно, так как по закону абитуриенты могли подавать документы на поступление в 5 разных учебных заведений на выбор. И сейчас те ребята, у которых высокие баллы по ЕГЭ, имеют право выбрать наиболее престижный вуз. Гузель Миронова, Дмитрий Кузнецов, информационная программа «Время новостей».